Здорово, мужики. Приветствую всех. Хочу показать много ножей. Из них большинство уходит. Там, по-моему, остается только 2-4. Все по полочкам сейчас расскажу. Покажу и немножко разговоров про выставку СИКАК в Париже. Надеюсь, у меня получится в этом сентябре съездить туда. Есть много вопросов, которые надо решить. Самое главное – это виза и финансы. Но все равно я готовлюсь, у меня приглашение уже есть, там они меня презентуют. Надеюсь, все получится. Надеюсь, получится, потому что кроме вот визы и финансовых точек зрения, нужно еще успеть доделать, ну как доделать, успеть делать ножей. Хотя бы количество 10 штук. И не просто ножей, а премиум класса. У меня 2 уже готовых есть, остался еще 8. Покажу вот ножи, вот. Первый это Argo, Тимаскус, карбон мраморный и карбон с оксидом титана. Здесь сталь М398. Фронт флиппер. Работает на подшипниках. Вес данного ножа 136 грамм. На удивление, что и карбон и так далее. Потом у нас... Иньян. М390. Мраморный карбон. Золотой. И на клипсе Тимаскус. Сейчас вес скажу сколько. 130 грамм. Потом покажу еще один Argo. Здесь карбон особый медный с макуме на потайных винтах, Тимаскус и дамаск нержавеющий 10-16. Вес 199 грамм. Ну, медь, это же макуме, поэтому так. И плюс здесь у нас 3,9 миллиметров по обухе. Потом у нас идет голем. Тимаскус. Карбон с оксидом титана. Тоже Тимаскус. И дамаск перо называется. Вес, сейчас, 182 грамма. Потом у меня новинка, новая модель. Это El Camino, путь. Он двойного флипа. Титан, фрезеровка, анодирование, Тимаскус. Хороший летний нож. Здесь идет еще кромка 77 мм. Потом тоже новинка. У нас идет Argo Mini, Тимаскус, карбон мраморный синий и... Мозаичный дамаск от Матвеева. Он у меня давно лежал, он был для большого Argo, но сверлили не в том месте, и он лежал. И когда вот маленький Argo сделал, взял и запустил на него, потому что формы по ковке совпадают. Потом у нас Альбатрос.
с такими интересными карбон, мраморный карбон и ламинат с нержавеющим дамаском и элмаксом в центре. Сейчас сфокусируемся, видите, здесь я не знаю, как получается, но у меня получается на элмаксе, видите, слой вот так перелива оксида, оксидной пленки какой-то. Вживую он вообще круто выглядит. Потом у нас дагер с оксидом титана, карбон, синий вот такой интересный карбон, и ламинат нержавеющим дамаском, и D90 в центре. У нас вот такой обсессион, я не помню, показал, не показал, Тимаскус. Фрезеровка, вставки вот такие из Тимаскуса. Также нержавеющий ламинат в центре D90. Плюс служит этот Тимаскус как локбар. Я не взвешивал те ножи. Сейчас. Вес обсессиона у нас 151 грамм, альбатроса 144 грамма, аргумини 100 грамм, элкамина 121 грамм и дагер 128 грамм. Потом что здесь у нас? У нас вот такой Golem F. Я его, наверное, больше не буду выпускать. Есть некоторые технические моменты. М390, карбон медный, карбон мраморный, Тимаскус. Вес 152 грамма. Ага, еще. Все это то, что показал, они уже ушли. В наличии есть у меня вот такой копис с золотым мраморным карбоном, Тимаскус, мраморный карбон, М390. Вес 165 грамм. Здесь сидящая кромка 100 мм. А на Argo вообще 75 мм. То есть 3 дюйма. Вот, смотрите, какой классный вообще мозаика. Он еще в масле, чтобы не ржавел. И вот такая новинка. Это аудитор с таким клинком. Это клинок от Obsession. Рукоять от аудитора. El Camino. То есть можно этот клинок сюда поставить, этот клинок сюда поставить. Здесь М390, 77 мм идущая кромка и вес 115 грамм. И еще я подался в ювелиры, можно сказать. Вот такой, такие сережки со серебром. И еще вот. И сделал кольца. Кольца один на заказ. Вот такой. У меня были заготовки. Я сделал это пойдет в комплекте.
С ножом для сикак. Вот это вообще офигительный такой тимаскус. Винтик тимаскус. Весь в тимаскусе. С фрезеровкой и домостелом на клинке. И еще для выставки вот такой титан, анодирование, тимаскус, бронзовый винтик, титановый шпинек и также домостил на клинке. Сейчас свешиваем. Вот это очень легкий. Ну, относительно 130 грамм. И вот этот обсессион 145 грамм. Вот такие ножички. Надеюсь, у меня получится все. Обязательно будет видео, если поеду. Спасибо всем. До свидания.